То, что ты видела в замке той ветреной ночью. То, что ты увидела тогда на мосту. Как я улыбался. Никогда и никому не говори об этом. Если ты проронишь хоть слово, я найду тебя, где бы ты ни была. И тогда я убью тебя. Убью тебя. Убью тебя. Я разорву тебя на части. Сломаю твои кости. Съем твою плоть. Выпью твою кровь. Я пожру тебя. Вчера старейшина рассказывал нам, когда письмо только было изобретено, книги и культура символизировали первый источник. И смеяться или читать вслух было запрещено. Это была таинственная эра. И позднее все книги прошлого были сожжены. Тогда эта история мне показалась глупой. Но сегодня утром, увидев в саду белоснежные цветы, я вдруг вспомнила эту историю. Вопрос, который мучил меня 15 лет, наконец нашел свой ответ. А, вот как. Он был рожден в ту эпоху. Когда это случилось, мне было всего 5 лет. В 4 днях верховой езды от моей деревни лежит черный лес. Если целый день идти вглубь черного леса, то можно набрести на древние руины, известные как Дьявольский замок. Я не знаю когда, но до нашей деревни дошел слух о молодом нелюдимом воине, который жил в замке. Говорили, что он наделен невероятными способностями, что у него черные волосы и белая кожа, что он танцует в небесах, владея мечом, словно ветром, и что в темноте звездный свет, отраженный на его клинке, сияет, словно день. Среди этих слухов был еще один. Говорили, что он никогда не берет деньги за свои услуги, берет лишь книги определенного жанра. И у меня появилась мысль. День праздника урожая, прежде чем англичане напали на нас, я взяла книгу и убежала из дома. Когда я увидела отражение черного леса в зеркале озера и забыла обо всем, я глубоко заснула. Или скорее потеряла сознание. Я не помню, как долго я спала. Там я впервые встретила его. Да, черного воина. В маленькой комнате, среди мечей и старых книг, я впервые обратилась к нему. «Я хочу, чтобы ты спас меня, мою семью и мою деревню. Я хочу, чтобы ты убил злых английских солдат, всех до одного». Я отчаянно умоляла его. А потом я дала ему книгу, которую принесла.
Я не знаю почему, но я была уверена, что принесла ту самую книгу, которую он искал. Почему, спросите вы, я не знаю. После этого он долго молчал. Он читал, ни на минуту не отрываясь от книги. А на вторую ночь что-то изменилось. Я увидела его мимолетную улыбку. Я победила, подумала я. Остальное — вопрос времени. Я принимаю предложение. Так я и думала, сказала я про себя. Я просто гений. Наутро о случившемся напоминал лишь мост, багряный от пролитой на нем крови, и груда пустых доспехов. Вы хотите узнать, что случилось с телами? Я знаю, но не могу сказать. Простите, но я дала слово. Спасибо. Той битвы прошло 15 лет. Ирландия получила независимость, и мирная жизнь вернулась в деревню. История о черном воине, который в одиночку выступил против 200 тяжелых всадников и одержал победу, превратилась в легенду, которую можно услышать только на праздниках. Когда все закончилось, он прошептал мне: «Проронишь хотя бы слово, я убью тебя». Где-то там, за черным лесом, он все еще читает ту книгу. В свете луны, сидя на том самом дереве. Ха-ха-ха!